За эти годы Брестская таможня разработала для себя новые методы работы, а также материально-техническую базу. Благодаря профессиональным действиям сотрудников пресечена не одна тысяча правонарушений, а значит, наша граница находится под надежной защитой. Таможенников можно по праву назвать щитом своего отечества. Поэтому в честь праздника 23 февраля более 30 сотрудников удостоены медали «30 лет таможенным органам Республики Беларусь». Особая роль отводится людям в погонах. И таможенные органы занимают здесь одну из, наверное, из ключевых позиций, ведь мы находимся в одном строю с защитниками Отечества. Государство нам доверило защиту экономической безопасности, экономического суверенитета на рубежах нашей Родины. Поздравляю вас с праздником, желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира, добра, тепла вам, вашим родным и семьям и дальнейших свершений на благо родного края, всей нашей любимой Республики Беларусь. Сегодня руководством Брестской таможни мне была вручена медаль «30 лет таможенным органам Республики Беларусь». Для меня большая честь получить данную награду в День защитника Отечества. Защита экономических интересов Республики Беларусь – это особый долг для каждого сотрудника таможенных органов. И Брестская таможня занимает в этом деле достойное место. Нельзя не отметить, что на страже рубежей нашей республики стоят не только мужчины, но и прекрасная половина человечества. Во время Великой Отечественной войны женщины совершали подвиги наравне с мужчинами, как в тылу, так и на передовой. Праздник 23 февраля – отличный повод почтить память героев, отдавших жизнь за нашу Родину. В этот день в Брестской таможне мы чтим подвиги героев того времени, которые стояли на защите нашей страны, также и тех, которые на сегодняшний день осуществляют свои должностные обязанности, свой служебный долг во имя экономической безопасности. От лица женского коллектива Брестской таможни хочу поздравить наших мужчин и пожелать им крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть в их жизни будет больше ярких и веселых моментов, а также их сердца согревают любовь, радость родных и близких. По итогам работы за предыдущий год сотрудники таможни проделали огромную работу. Так, в 2021 был введен в эксплуатацию автодорожный пункт Верхний Теребежов. Пропускная работа пункта пропуска возросла практически в два раза, до 900 автомобилей в сутки, в том числе 70 легковых, 20 автобусов и 100 грузовых. В нынешнем году Брестская таможня продолжит работу по формированию доходной части республиканского бюджета, а также созданию благоприятных условий на границе. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.